Концерн «Видеосервис» представляет новый супербоевик с участием Аарона Норриса «Убить любой ценой». Загнанные жестокими охотниками на людей в дикие, полные опасности и тайн джунгли, несколько отважных героев вынуждены убивать, чтобы остаться в живых. Супербоевик «Убить любой ценой» покупайте на лицензионных видеокассетах. Концерн «Видеосервис» представляет супербоевик режиссера Стива Карвера «Око за око». Сильный и бесстрашный герой Чака Норриса в расцвете его кинокарьеры мстит хладнокровным убийцам за смерть своих близких друзей. Чак Норрис, исполнитель главных ролей фильма «Покер», «Техасский рейнджер» и «Суперпес» в супербоевике «Око за око». Концерн «Видеосервис» представляет фантастико-приключенческий боевик режиссера Джона Гиллермина «Кинг-Конг», получивший в 1978 году «Оскар» за специальные эффекты. Огромная обезьяна, найденная на острове в Тихом океане, устраивает кошмарные разрушения в самом большом городе мира – Нью-Йорке. Полиция и армия бессильны. Кто сможет остановить разбушевавшееся чудовище? Звезды мирового кино Джессика Лэнг, Джефф Бриджес и Чарльз Гродин в фильме «Кинг-Конг». Концерн «Видеосервис» представляет. Нью-Йорк, 1997 год. Целый город стал огороженной тюрьмой повышенной степени охраны. Мосты заминированы. Реки патрулируются. И вооруженные силы американской полиции держат все под контролем, как им кажется. Он падает. Я вхожу в зону. Фильм Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка. Крутые приключения в будущем». Один человек должен войти туда, откуда никому еще не удавалось выйти. Но если он вернется один, он пожалеет об этом. Кто ты? Курт Рассел в фильме Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка». Ты готов умереть? Побег из Нью-Йорка. Величайший побег из заточения дается только ценой уничтожения будущего. Концерн «Видеосервис» представляет фильм ужасов режиссера Джо Данте, создателя фильма «Внутренний космос». Бой.
где-то в городе, в этих человеческих джунглях. Это началось. У меня есть кое-что для тебя. Что там? Что ты видела, Кэрен? Что случилось? Где-то в этих лесах, в этих глухих чащах, кроется таинственное место, в котором можно ощутить приближение липкого ужаса. И теперь все, что осталось людям, это смотреть и ждать. Теперь я покажу вам что-то, что заставит вас поверить в это. Биолус и Белинда Баласки в главных ролях в фильме «Бой». Концерн «Видеосервис» представляет эротический шпионский триллер режиссера Боба Свейма «Улица полумесяца». Много ли удалось узнать о девушке? Интересная и очень самостоятельная дама. Что ж, мне пора идти. Порой эти люди скучные. Теперь у вас есть пара яблок. Прощайте. Молодая, привлекательная женщина ведет двойную жизнь. Днем она... талантливый специалист, а вечером – высокооплачиваемая девушка по вызову. Однако, ее спокойная жизнь нарушается, когда она попадает в сети шпионских интриг высокопоставленных политических деятелей. Исполнительница главной роли в трилогии «Чужие» Сигурни Уивер и Майкл Кейн из комедии «В яблочко» в главных ролях в эротическом шпионском триллере «Улица полумесяца».